В эти майские дни как никогда трепетно и волнительно звучит музыка эпохи 40-х. Пластинки с песнями Победы – редкие предметы большой коллекции выставки, открытые в эти дни в областной библиотеке имени Горького. «Великая Победа – великое творчество». В ней систематизированы и представлены более 300 документов. Книжные, аудиовизуальные, нотные, изографические. В каждом не просто частица души. Посыл – собраться силами и идти до конца. Брестская областная библиотека имени Горького выступает как организатор и координатор областной патриотической акции «Была война, была победа». Целью этой акции является проведение разнообразных по формату и по целевому читательскому назначению библиотечных мероприятий, популяризация литературы, документов военно-исторической тематики, которые хранятся в фондах публичных библиотек области, ну и, конечно, продвижение информации об известных и не очень известных страницах истории, военной истории, связанной с территорией Бреста и Брещины. Книга «Она прошла ту страшную войну» была с человеком в самые непростые моменты жизни, хранилась в вещмешках и внутренних карманах, чтобы давать ему силы жить. Именно книгам на вернисаже уделено особое внимание. Каждое учреждение культуры старается в эти дни показать самое интересное, что хранится в фондах. И в областной библиотеке имени Горького действительно много редких документов, коллекционных изданий с ограниченным тиражом. Все они буквально собраны по крупицам. Произведения искусства и литературы, созданные во время войны и в последующие годы, являются подлинно историческими документами, отражающими события того времени. Но особенными все же остаются книги-фронтовики, изданные в годы военного лихолетия. В секторе редкой книги у нас сейчас демонстрируется выставка «Книги-солдаты. Они до сих пор в строю». То есть мы представляем книги 1941 по 1945 года издания. Среди них много уникальных, раритетных изданий, которые мы просто гордимся. Понимая, что в сложившейся ситуации многие ограничили выходы в людные места, администрации и сотрудники областной библиотеки создали онлайн-версию экспозиции «Великая Победа. Великое творчество», дополненную комментариями. Систематизирована она по разделам в соответствии с разделами выставки. Каждому разделу выставки посвящена отдельная закладка. В этой закладке сложены документы и вступительная часть, которая позволяет сделать выводы, о чем этот раздел и какие документы содержатся в нем. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».